В Меркенском районе Жамбылской области в селе Акжол распахнула свои двери новая мечеть. Всего в селе проживает около 100 семей. Если раньше им приходилось ездить в мечеть в соседнее село, то теперь нет никаких препятствий для соблюдения традиций в родном. Архитектура культового сооружения оформлена и построена в соответствии с современными требованиями. Мечеть рассчитана на 100 человек. Рядом расположена столовая на 200 мест, которая оснащена всеми принадлежностями для проведения религиозных церемоний. Также для посетителей предусмотрена парковка. Данную мечеть построил на собственные средства уроженец села, индивидуальный предприниматель Орынбасар Дюсенула. У нас с детьми было желание построить мечеть, и сегодня мы исполнили его. Мечеть, строительство которой было начато еще 3 года назад, сегодня распахнула свои двери. На церемонии открытия присутствующих было много. Жители села Акжол особенно рады открытию долгожданной мечети. Разрезав ленту, собравшиеся прочитали молитву. Благодарим за мечеть, мы в ней нуждались. Орынбасар Дюсенулы – уроженец этого села. Раньше водил трактор и комбайн. Сегодня сделал нашему селу такое благое дело. В нашем селе есть имам Нурмахан. Раньше во время уразы молитву мы читали у него в зале. Благодаря поддержке неравнодушных граждан село расцветает. Они вносят свой вклад не только в строительство объектов, но и в проведение культурно-массовых мероприятий. Асимжан Жузбаева, Жамбыл Ньюс.